Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодняшний выпуск моего видеодневничка будет простым. Ввиду того, что уже третий день подряд на улице шквальный ветер, и я не рискую запускать новообретенный летающий фотоаппарат, а показать что-то нужно, я выехал на поле за моей деревней, проехав, кстати, меньше полукилометра. Выехал на поле за мою деревню, чтобы снять группу домашних вулканов, затянутых облаками. Снять не просто так, а сделать интервальную съемку, так называемую цайтраферную съемку. Еще ее модно называть таймлапсом, но мне больше по нутру старый кинотермин цайтраферная съемка. Итак, домашняя группа вулканов, Авачинско-Корякская группа вулканов. Смотрите, вот она. Цайтраферная съемка, которую вы только что посмотрели, разбавлена обычными статичными кадрами. Сегодняшний видеодневничок ни на что не претендует. Он в стиле Акына или Каюра. Что вижу, о том пою. Ежели вам понравилось это, ставьте лайки.
Ежели не понравилось, ставьте дизлайки. И обязательно напишите под роликом комментарии. Мне интересно знать, что вы думаете о моих видеодневничках. Ежели же вы на моем канале первый раз, то для того, чтобы не пропускать новые видео, советую вам выполнить рекомендации, которые сейчас появятся в правом нижнем углу. Вот эти рекомендации. Делайте, пожалуйста, то, что вам советуют. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой. И в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно. Молодцы, за это лайк вам. До свидания.